Всем привет, с вами посмотрим 2010 год, Audi A6. Этот автомобиль был у нас куплен на страховом аукционе. С пометки, вот имеется, я вижу передние повреждения, но это минимально. Сразу же вот покажу по бамперу, вот такие вот сколы, мятины. По капоту минимальный заломчик, небольшой. Решеточка целая. Автомобиль у нас заведенный, сразу же проверим работу мотора. Работа двигателя идеальная. Пройдемся по кругу, покажем все его дефекты по кузову. Минимальные царапины. По дверям тоже. Безопасность у автомобиля вся полностью целая. Удар незначительный. В основном пришелся в заднюю левую часть, водительскую сторону. Вот, снятый задний бампер уже. Он отсутствует. Фонари задние целые, но такие мутные. Крышка багажника у автомобиля целая, но имеет вот такой вот залом, вот такую вот вмятину. Весь удар вот пришелся в заднее крыло, получается. Тут уже иншуринсная компания разобрала заднюю дверь, сняла переднюю зачем-то. Из-за такого удара сделали больше работы, бессмысленно. Так, разобрана у нас дверь водителя полностью. Вся мелочевка валяется здесь. Много мелочи всяких. Поломка вижу вот у пассажира на сиденье. Все стеклоподъемники у автомобиля рабочие. На автомобиле 165 тысяч. Ошибок по мотору нету. Работа мотора идеальная, как я и сказал. Проверим коробку. Автомобиль у нас заводится и едет. Проедем. Вперед и назад автомобиль ездит без проблем. И на этом все. Всем пока.